Минусы учиться в корейской школе. Лайкни и подпишись. Учебный день в старшей школе длится 12 часов и более. Перед уроком ученики обязательно сдают свои телефоны учителю. У каждого ученика есть своя пронумерованная ячейка в учительском портфеле для телефонов. Корейские экзамены самые сложные в мире. Экзамены сдают по длительности 10 часов. Сейчас ты забудешь, сколько тебе лет. Ведь после просмотра видео ты даже не сможешь в комментариях написать свой возраст. Если хочешь, то я тебе сейчас все покажу. Только следуй всем инструкциям, что я тебе говорю. Смотри на красную точку в середине экрана на протяжении всего видео, не отрывая своего взгляда. А чтобы эффект точно сработал, поставь этому видео лайк и подпишись на мой аккаунт. Иначе иллюзия не будет действовать. Я серьезно, чтобы все подействовало, поставь этому видео лайк и подпишись на мой аккаунт. Сделал это? Сейчас я досчитаю до трех, и ты пойдешь писать свой возраст в комментариях. Но у тебя это не выйдет. 1, 2, 3, пиши. Это люди, которым невероятно повезло. Этот парень копил свое везение именно для этого дня. Сначала ему удалось попасть ручкой в отверстие спиннера. Затем с первого раза у него получился трюк с подбрасыванием бутылки. И у него снова получилось повторить этот трюк только с закрытыми глазами. Это просто невероятно. Этому лыжнику очень повезло, потому что под землю провалилось то место, по которому он только что проехал. И хорошо, что он сам туда не упал.